2 апреля 1939 года в Казани создан научно-методический центр народного творчества и культуроведения ТАССР. С 2011 года это республиканский центр традиционной культуры. В 1948 году Назиб Жиганов за оперу «Алтынчеч» удостоен сталинской премии второй степени в области музыкального искусства. Татарскому композитору вручена серебряная медаль. В 2010 году указом президента России Казанскому госуниверситету присвоен статус федерального. ВУЗ стал именоваться Казанский Приволжский федеральный университет.